Привет всем, я временно нахожусь в Губкине, и сегодня 27 сентября, 26, я решил прогуляться до лагеря Орленок. Был там пару раз, то наездом, в общем, этот лагерь толком-то и не видел. Говорят, что там природа, летом, то есть в такую погоду можно погулять, посмотреть, свежим воздухом подышать, зимой там на лыжах кататься. Ну вот, сейчас зайду, покажу. От города дорога до этого Орленка вот такая, по прямой. Ну, вот здесь журавлики. Строится новый квартал, которого в прошлом году стройка не намечалась, не было ничего. Губкин расстраивается. Ашан или торговый центр. Раньше был Ашан, сейчас не знаю, как называется. Коттеджи тоже растут. То есть каждый год площадь коттеджного поселка увеличивается. И скоро, наверное, коттеджный поселок с городом будет соединен. Лагерь Орленок, сколько я жил в Губкине, ни разу здесь и не было. Такие фигуры, по-моему, в каждом пионерском лагере Советского Союза были.
такая здесь лыжная трасса. Можно летом на роликах. Хорошая дорога асфальтирована, зимой на лыжах. Ну и лето, весна, осень, можно здесь по лесу погулять. Такие тропинки. Сейчас сюда шел был дождь, солнце, сейчас пошел дождь, но обратно под дождем пойду.